поехали укатывать малыша, решили, в пути уснет. Думаем, поедем на ту сторону залива, приехали. А оказывается, такой пар, температура, холод, что залив парит и абсолютно ничего не будет видно с той стороны. Решили сегодня не ехать, как-нибудь в другой раз. Заодно испытаем мамкин телефон новый на качество съемки. Он прям, смотри, прям пар оттуда двигается. Прибывает, да, прибывает, как это, песчаная буря. Мост длинный, но видно только начало, остальное все там. Ну да, машины прям уезжают буквально в никуда. Да, интересное зрелище. Не видно нифига. Вот. Ну вот людей интересный здесь. Интересный вид на залив. Такой район, окраина спальная, но вид, конечно, прикольный, тут ничего не скажешь. Так что так, поедем дальше укачивать малыша. Правда, он уснул, покатаемся. Освободили мамочку, чтобы отдохнула. Доброе утро, мои дорогие. Вот проснулась с утра, надо ехать на почту. Думаю, посмотрю-ка я погоду. Посмотрела. На почту ехать надо. Какая скотина придумала вот эти автобусы. Это вот сейчас вышла толпа. Ехали битком, как селедки в бочке. Чем они отличаются от маршруток, этих газели? Только тем, что туда народу больше набивается. Также работают в них представители национальных меньшинств. Которые разговаривают по телефону всю дорогу. Ужас какой-то. Мало того, что мороз такой, еще и просто вот измяли. Да, холод собачий. А ехать надо. Мало того, что мне надо Коленьке, который учит меня монтировать, потом еще на почту посылочку отправить. Холодно. Привет. Здравствуйте. Владимир Владимирович. Работаем? Да, сколько лет не видели. Привет, иди погрейся. Сейчас кофе подойду. Это Иринкин муж. Сейчас и она подтянется. Ходить уже начала. А? Да. Солнышко вышло. Солнышко, да. Китайцы ходят, фотографируются на морозе. Ирина Санна у меня с бровями. Ну-ка, покажи брови-то. Волосок к волоску. А завтра пойдем на свежую экзекуцию. Стрелки колоть. Завтра сниму, покажу вам. Так, а сейчас надо нам на почту. Хорошо, в конце месяца народ никого. Давай, на почту. Ссылочку отправлю и домой поеду. А, мои дорогие, мороз сегодня. Вот. Представляете, сколько у меня с собой вот этого всего. Ой. А через 3 дня приезжает моя Татьяна Валерьевна. Надо мне съезжать. Не знаю, что там сын нашел, мне не нашел. Вот. И буду я
собираться. Вот, что хотела сказать вам, мои хорошие. Все ваши я комментарии читаю. Очень вам я благодарна за них. Если, может быть, даже я иногда отвечаю, ну, не очень, может быть, вам нравится, но все я осмысливаю в голове. Все ваши советы, все ваши слова. Не знаю, как будет, что будет, но что-то будет. Какие-то выводы я делаю. Вот. Так что еще раз вам говорю огромное вам спасибо за ваше внимание к моим проблемам. Вот. Я вам очень благодарна. Прям благодарна до слез, девчонки. Спасибо вам огромное. Я вас очень люблю. Пока-пока, мои дорогие. Ну, так вот, в 6 вечера. Ну, все-таки уже, конечно, поприятней. Все не 31. Но все равно, конечно, холодно. Я тут видела на днях в новостях, что в Крыму розы зацвели. Да, конечно, разница огромная. Что говорить-то? Но ничего не поделаешь, раз уж так пока складывается. Ну, пока, мои дорогие. Сейчас еще в конце попрошу Сашу, чтобы она кусочек вставила с Костей. Мы снимали, тоже было холод, поехали залив снять. Да, красота и холод собачий. Ну, пока-пока, мои золотые. Никак я с вами не расстанусь. Пошла в магазин. Вон уже. А тут метель. Причем она как-то вот тут за домом нету. Сейчас. Она. Ветрище, метель. Вот так вот и живем. Машина как завалила снегом. Да, героические, конечно, хозяева собак на севере. Тут на улицу неохота выходить, да? Скажи, а со мной гулять надо. О, дверь замерзла, не открывается. Вот есть. Давай. А я-то какая красотка в двух капюшонах. Ой. Вот так вот. Ну ладно. Все, пошла домой уже, замерзла. Пока, мои хорошие.